На портале «Добродел» выбирают места для установки новых детских площадок в рамках губернаторской программы формирования комфортной городской среды. В списке сразу 4 адреса в сельском поселении Развилка, 2 в самом поселке и 2 в деревнях Мильково и Слобода. На данный момент лидирует адрес Развилка 48. За него отдали более 60 голосов, что неудивительно. Старые качели и пара лавочек – вот и вся площадка. Остальные детские игровые комплексы в Развилке также старше 2015 года, не имеют защитного покрытия и физически устарели. Также в голосовании участвуют 2 адреса в городе Видное. На третьем месте голосования детская площадка на Школьной 82. Тут отсутствует покрытие, видавшее виды оборудования, да и площадка сама будет интересна разве что малышам. По периметру площадки растет густой мох, значит, вода тут скапливается частенько. Площадка довольно большая, есть где и песочницу поновее поставить, и игровой комплекс, и спортивное оборудование для деток постарше и взрослых. Правда, как оказалось, мнения у местных жителей на этот счет разные. Покрытие надо другое сделать, потому что детишки здесь такое же покрытие. А они прыгают, коленки, бывает, забивают. Вот. Ну и так более-менее хоть подкрасить ее. Так какая-то она несовершенственная. Внешний вид очень хороший. Ага, то есть вас все устраивает? Да. А вот у жителей Малонагорной улицы и вовсе нет ни одной детской площадки в округе. В 3 СНТ проживает около 1000 семей. В каждой есть дети, и им просто некуда пойти погулять. Очень нужна, необходима, потому что детям совершенно негде играть. И наверху у нас там ничего нет, там какие-то качельки мы сами поставили, но в любом случае детям нужно заниматься спортом, двигаться активно. Оборудовать детскую площадку предлагается вот на этом пустыре. Кстати, как нам рассказали местные жители, этот забор они не так давно установили самостоятельно, когда узнали, что власти думают устроить тут контейнерную площадку для мусора. Начало положено, ну да, сделали как смогли, огородили, чтобы защитить себя от помойки. Мы хотим, чтобы здесь детки играли, занимались спортом, было что-то хорошее, позитивное, созидательное, чем мы проезжали и смотрели на помойку. Логично же. Пока мы готовили этот сюжет к выходу, результаты голосования все время менялись. До его окончания осталось всего 2 дня, так что спешите оставить свой голос. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Иосиф Гринберг, Елена Кошелева, Видное ТВ.